So, Tony, the Sindacos got this place, the Doll's House. It's a casino and bordello in one. Classy, so you might lose at the tables, but you can bank on the ass. Well, the place is key to the setup over here. If you were to put it out of business, you know, blow it up or something. I'm telling you, we'll be golden with Salvatore. Всем привет, дорогие друзья, с вами Старгуми. Мы продолжаем проходить игру GTA Liberty City Stories, и сегодня будет месть. Как там говорится, зуб за зуб, глаз за глаз, казино за казино. В общем, как вы все, надеюсь, помните, в прошлой миссии члены семьи Синдака хотели в районе Сент-Марк стереть с лица земли посредством взрыва казино Дона Сальваторе. Так вот, сегодня Джей Ди нам рассказал о кукольном домике. Это, если что, название одного заведения, которое принадлежит семье Синдака и представляет из себя одновременно казино с борделем. Естественно, оно также является и конкурентом казино Сальваторе, да и самому Джей Ди. Это заведение невыгодно, поэтому мы что сделаем? Правильно, взорвем их, но сделаем это намного умнее. А именно, возьмем машину семьи Синдака, она прямо припаркована рядом с клубом по улице Ревью, поставим на нее бомбу, съездив к Кайтболу, знакомому нам по GTA 3, а потом незаметно проберемся в гараж сие заведения, и поезд, то есть машина, сделает бум. Так что, детишки, вот вам простые выводы от дяди Старгума. Идея ехать напролом, открыто заявляя о своем намерении сделать что-то плохое, закончится провалом, как это произошло с синдаковцами. Ну а если ты, батя разумист, и твоя идея заключается в хитманизации, о как завернул, то не кричи, а просто делай свое дело, не привлекая посторонние глаза и уши. А, да, мы уже сделали, кстати, 2 пункта из списка, остался 3-й, это Explosion. Кукольный домик находится не очень далеко, в районе красных фонарей, поэтому подоедете быстро и осторожнее. Не торопитесь ехать вперед и не сбейте охранника, иначе ваша хитманизация пойдет на половой орган. В смысле, нахер пойдет, если кто не понял. Хотя какая разница? В итоге вам все равно придется вылезти и бежать подальше от эпицентра взрыва. Эх, красивый взрыв. В скобочках нет 2К16 на январе. И, пожалуй, нам здесь больше лучше не появляться, так как желающих убить нас возросло значительно. Всем спасибо за просмотр, с вами был Старгуми. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать и ждать новые видео. Всем удачи и пока.